тайное оружие спецслужб, грозный инструмент силовых структур и разведки, философия отбора лучшего стала общедоступной. В 2013-м этому боевому искусству исполнилось 75 лет. Появившись в Советском Союзе, боевое самбо долгое время было закрытым видом спорта и развивалось в рядах силовых ведомств СССР. Но с развалом Союза пелена тайны пала, и философия этой борьбы стала общедоступной. Боевое самбо и самбо в частности – это такой вид спорта демократичный. Он для всех и для каждого. Каждый себя может прийти и попробовать заниматься этим видом спорта. Занимаясь самбо, боевым самбо, вы сможете достичь и физического совершенства, научиться выполнять приемы и чувствовать себя увереннее на улице, соответственно, где-то постоять за себя, за свою семью, за своих родных и близких. Форма самбиста была введена около века назад и до сих пор не утратила своей актуальности. В поединке по боевому самбо важна эффективность технических действий по устранению физической агрессии. Решение задачи поединка – добровольная капитуляция одного из участников. Именно поэтому в боевом самбо возможно применение технического арсенала из любого вида спортивного единоборства. Действительно, арсенал самбо достаточно широк. Как говорится, на любой прием есть на любой вкус. Соответственно, у каждого спортсмена, либо у того, кто занимается боевым самбо, есть, как говорится, в запасе несколько технических элементов, которые он выполняет, как правило, на автомате. Вот. Но вместе с тем необходимо помнить о том, что, чтобы не превышать пределы необходимой обороны. На сегодняшний день количество приемов в самбо уже перевалило за 12 тысяч. Мы не могли не воспользоваться случаем и освоить хотя бы парочку. Если не от хулиганов себя защитить, то похвастать перед коллегами. Ряд технических элементов, которые позволяют, во-первых, их очень быстро освоить. Я вам скажу так, что в пределах месяца-двух вы будете сносно выполнять те или иные технические элементы и, скажем так, на среднестатистическом человеке вы их проведете. Итак, приступаем к мастер-классу. Наиболее часто возникающая ситуация на улице, в частности, когда правонарушитель, ну, либо какой-то там хулиган хватает там вас за одежду, на груди, там, либо, ну, как угодно, то есть... Один из таких наиболее классических способов для, скажем так, его нейтрализации – это один из приемов самозащиты без оружия – рычаг руки наружу. Сейчас мы с Александром его продемонстрируем. Он нападающий, я защищающийся. То есть он хватает, да, первое, для того, чтобы его немного отвлечь, я могу выполнить расслабляющий удар. То есть его может выполнить каждый, то есть обычный удар по глазам. Далее. После того, как он немножко потерялся, я прихватываю руку, срываю захват и выполняю рычаг руки. Если ситуация, как говорится, сама собой ликвидировалась, то есть я просто его бросаю, ну, убегаю. Опять же, из этой ситуации, достаточно часто встречающейся, можно выполнить еще один технический элемент – это рычаг руки внутрь. Опять же, для того, чтобы его выполнить, необходимо сделать... скажем так, отвлекающий удар вашему нападающему и в дальнейшем выполнить прием. То есть, как вариант, вы можете рукой нанести удар по лицу, прихватить, выполнить рычаг руки, да, заставить его сдаться и пустить, убежать. Также хотелось бы рассмотреть тоже достаточно часто встречающуюся ситуацию, когда правонарушитель нападает сзади, обхватывает ваше туловище. Вот в этой ситуации главное принять такое устойчивое положение, равновесие, чтобы вы не потеряли, не упали. Соответственно, надо чуть-чуть присесть, да. Следующее, для того, чтобы его отвлечь, если это нападающий, допустим, мужчина, то есть как вариант можно нанести удар рукой в пах. Для женщин очень отлично работает, если, допустим, на высоких каблуках можно удар нанести ногой, шпилькой, да, по его ноге, либо назад ударить. Вот. После того, как он немножко потеряется, то есть вы просто-напросто разрываете захват, да, тут различные варианты, то есть можно выполнить носок. Несмотря на хорошего учителя и простоту приемов, освоить бросковую технику было не так-то легко.
Мастерство росло, и в конце концов Вахтанг Сахадзе любезно капитулировал перед силой телевидения. Празднуем викторию. Все-таки победить в неравном бою одного из сильнейших самбистов СНГ можно далеко не каждый день. И разве что на экране. Этот спорт пока еще не входит в программу Олимпийских игр, но с каждым днем этот вид единоборств все больше набирает популярность. Боевое самбо – спорт настоящих мужчин. И в этом убедились Алена Тимохина и Игорь Синюта. Утро, студия. Хорошего настроения.